Привет, друзья, с вами Симанин Александр. Работать вредно. Хардрок стал первой остановкой, это тусовочный отель Ultra All Inclusive, пенные вечеринки в бассейнах, свои клубы, рестораны, 4 ежедневно пополняемые литровые бутылки крепкого, джакузи прямо в номере, бесконечная территория, свое казино и белоснежный пляж. И куда же без коптера? Новый день и новый интересный конкурс. Почти 2 недели, 4 команды и более 100 человек – это Crazy Caribbean Holidays с компанией Biblioglobus. Мы добирались 40 минут на спидботе до заповедника Саону. Экзотический пляж в стиле баунти, масса морских звезд, пальмы и идеальное настроение. Санто-Доминго – достаточно маленький город, хотя население более 2 миллионов. Нагромождение каких-то непонятных фасадов. Прогуляться приятно, но скучно, больше 2 дней делать там нечего. Страна пальм, рома и кокоса, красивейших закатов, идеального белоснежного песка, теплеющего океана. Карибы одним словом. Не забывайте подписываться, ставить лайки, а главное включить уведомления, чтобы ничего не пропустить. Работать вредно.